Марафон по благоустройству и озеленению Минска в самом разгаре. В парке Медвежино часто и активно проходят работы. Сегодня мы подготовились и вместе со столичным активом БРСМ принимаемся за дело. Мы не первый раз уже посещаем подобную акцию «За дело», потому что для нас это честь. Ребята с радостью посещают такие акции и вообще сами вызываются на это. В первую очередь, как бы это идет трудовое воспитание. Вы меня подбодрили своими рассказами, как у вас ребята активно сами просятся, напрашиваются на такие мероприятия. Поэтому я тоже хочу к вам напроситься в команду и вместе с вами поработать. Смотрите, у меня уже есть перчаточки. Зовете меня? Прекрасно, конечно. Я беру количеством. В дальнейшем из всех этих палок будут делать щепку и обустраивать парк. Делать лыжероллерные трассы, экотропы. На самом деле я достаточно часто принимаю участие в субботниках, всяческих мероприятиях по благоустройству города. Эти акции направлены на поддержку молодежи, на сплочение молодежи, потому что когда ребята трудятся вместе, они пропитываются командным духом, начинают заряжаться этой энергетикой, начинают работать еще сильнее, еще усерднее. И все это, опять же, на благо нашей страны. Глеб, ну давайте по-честному скажите, добровольно сюда пришли? Конечно. Я сам пользуюсь благами этого города и сам катаюсь на этой лыжной трассе зимой, поэтому мне очень приятно помочь вместе с ребятами. Ой, и тут будете кататься? Да, мы очень любим на самом деле это дело, потому что... Хорошо. Прямо в этот момент из-под наших ног забирают палки. Ну, трудятся, потому что ребята ни на что не обращают внимания и активно помогают нашему городу. Вот так, берите пример с ребят из БРСМ и присоединяйтесь. Кстати, сделать это может любой желающий, а необходимый инвентарь вы получите прямо на месте. С вами были Минск Новости, до новых встреч!